Вітаю вас, шановні вучні! Багата наша білоруська земля славутими людьми. Прикладом стойкості і мужності з'являється життя палачанки Рагнеди. У її льосі нібито увасобілося усе саме трагічне, з чим сутикнулася наша шматпакутна радзіма на шляху свого історичного розвиття. Тема урока – «Князьовна з трьома іменами». З якими новими словами ми зустрінемося на сторінках підручника? Князь. Спочатку керівник племені, а потім князство. Князьовна. Дочка князя. Крепость. Умацаваний пункт з узброєнням і припасами, призначена для кругової оборони чи довгої боротьби в умовах осади. Християнство. Віра у Ісуса Христа. Монахиня. Жанчина, яка присвятила своє життя служенню Богу. З літопісів відомо, що за 1000 років до нас у Полоцьку уладарив князь Рогволод. При ім Полоцьке князство стало одним з самих моцних сярод славянських князств. У Рогволода народилася дочка Рагнеда. Гэта адбылося каля 960 года. Акрамя Рагнеды, у полацкага князя было яшчэ два сыны. Слава пра прыгажосць Рагнеды разышлася па славянскіх землях. Калі Рагнеде споўнілася 14 гадоў, да яе пасваталіся два браты – князь Наўгародскі Владзімір і князь Кіеўскі Ярапулк. Рагнеде сподобався Ярополк, а у Владимиру яна со згоды батьки отмовила. Отримавши отказ, Владимир с великим войском пошел на Полоцк. Штурм тягнулся несколько дзён. Город был спалены, а батьки Рагнеды и ее браты загинули. Рагнеду князь Владимир силою примусил пойти за его замуж и забрал с собой. После Владимир с войском рушил на Киев. Вороги забили князя Ярополка, и Владимир стал киевским князем. У Киеве он освятковал свой шлюб с Рагнедой. Жанчина, коли выходила замуж, по звычаях того часу меняла имя. Рагнеда назвалася Гориславой, як успамін аб жудасных падзеях. Пасялілі Гориславу ў вёсачцы каля Киева, дзе яна пражыла каля 12 гадоў і нарадзіла 4 сыноў – Ізяслава, Ярослава, Мстислава і Усеволода. Прикладно у 987 годе Гориславо вырашила отпомстить Владимиру за забойство батьков и братов. Поводле падання, ночью, коли он спал, княгиня хотела заколоть его, але князь прочнулся и поспел отвести удар. За гэта Гориславе погрожало смяротное покарание. Однак на крик прибег их старейший сын Ізяслав и стал на оборону мати с мячом в руках. Владимир супокоился и не кранул жанчыну. А на завтра обвестил. Молодших детей Гориславо николи не убачить. Ее разом с Ізяславом отправили у невеликую крепость, якую даровал сыну. Это был у той час глухий куток посярод лесов и болот. Гэтая крепость отримала имя Заслаўе. Праз год Владимир принял христианство и распачал хрышение во всех городах. У Рагнеды отняли сына, а яе силой постригли у монашки. Яна отримала третье имя – Анастасия. У монастыры прожила монахиня Анастасия целых 12 годов, а ее сын Ізяслав прославился як полоцкий князь. Давайте повторим, какие три имена были у Рагнеды покутницы. Первое имя – Рагнеда, полоцкая князёвна, дочка князя Рогволода. Другое – Гориславо, жонка
великого князя Владимира, и третья – Анастасия, монахиня. У 1993 годе у Заславі был узведены помник Рагнеди и маленькому Изяславу. У 2014 годе у этом же городе з'явился помник Изяславу за великую осветницкую деятельность. У Заславі был узведены у память об Рагнеде и ее покутливом лёсе курган. Сегодня все, кто наведывая Заславі, приходят до кургана Рагнеды и помника у Рагнеде и Заславу, как отдать данину памяти Полоцкой князёвне за ее мужность и стойкость.